Всем привет, народ! Вы на канале Покашеварим. Это значит, что значит лайк сразу ставим по умолчанию. Я на белорусском вокзале. Вы на Покашеварим, а я на белорусском вокзале, на площади белорусского вокзала. И сюда я приехал не просто так. И сюда я приехал, более того, не первый раз, потому что мы здесь много обзоров снимали, и фарш-бургер, и всякое такое. И приезжал я как-то сюда, хотел снять обзор на проект, который называется «Шаурмяне». Шаурмяне – это шаурма в необычном формате. Там вроде есть и в обычном формате, есть еще в хлебе какая-то шаурма. Мне это заинтересовало. И мы приезжали, хотели снять, а они, оказывается, закрылись. И переехали спустя месяц или полтора в новое место. И вот мы теперь приехали в новое место, а оно вот оно. Шава прям так и называется у вас, да? Это шаурма в смысле? Да. Хорошо, тогда нам... А чем вот отличается, допустим, вот шава и шава Royal, смельчак и комбо? Да. Это что? Смельчак его нет, он тоже в разработке. Комбо это пицца с ланчем с 12 до 6. Не надо нам туда. Royal это лаваше, шаурма, овощи, ну еще сверху, ну мясо, овощи, сверху добавляется жареная картошка по-домашнему, красному. Так, хорошо, тогда давайте куриная шава одна в лаваше, вторая в боксе, третья в хлебе. Для канала, для YouTube снимаем просто. Все. Пробуем вашу шаурму. Все, я понял. У вас же вкусно? Так, да, ради интереса. Да, я понял, что вы не скандалите, не выгонять. Значит, нам весь наш заказ, то есть три шавухи и одна кола, обошлись 864 рубля. Что касается антуража, довольно прикольно у них. Во-первых, народу много. Это говорит о том, что людям нравится здесь. Во-вторых, что меня впечатлило, это угли. То есть они мясо жарят на вертелах рядом с углями. Это прикольно. Это должно создавать дополнительно интересный вкус. Ну и форматы, в общем-то. Форматы подачи тоже любопытные. Шаурма в хлебе. Что это такое за зверь? Сейчас попробую. Стоимость обычной курицы в лаваше, то есть обычной шавухи, 215 рублей. Это не дешево. У нас есть номер нашего заказа, а он удивительным образом равняется нулю абсолютному. Вот, и мы ждем появления на табло этого номера и идем забирать. Она... 3-0? Все, забрали. 2-0, 3-0, девушка кричит, менеджер. Хорошая, кстати, она. Молодец, поинтересовалась, что за съемка. Без претензий, вообще молодец. И вот у нас три формата подачи у шаурмян. Начну я, естественно, с шавухи в хлебе. Это вот такая вот штука. Это практически пита, ничего необычного. Пита как пита, шавуха в хлебе. Стоит у нас 245 рублей. Вот что из себя представляет шаурма в хлебе. Там куриное мясо. Ну, в нашем случае я взял курицу. Нам порекомендовали, по-моему, к этой добавить халапеньо, перчики. Там помидоры, там соусы. И, в общем, вот так вот, ну, довольно неплохо выглядит. Сама булочка подзапечена на гриле. Она такая дубовенькая сверху, но внутри должна быть мягкой. Давай попробуем. Я начну просто с мяса. На самом деле, наверное, прикольно, как бы чисто чтобы заявить, что у тебя шаурма в хлебе. Но по факту это неудобно, видишь? Она здесь разрезана, тут разрезана. То есть это полностью разрезанная булочка, из которой что? Вываливается, да. Блин, и как к ней приступить, непонятно. Салфеток категорически мало. На такой формат шаурмы. Последний укус, и все, сделаем выводы. В общем, что касается в целом продуктов здесь, они хорошие. И овощи, и мясо вкусненькое, хорошо пожаренное. Чисто по моему вкусу, может быть, я, как и говорил, я люблю высушенное куриное мясо, чтобы оно прям было вот маленько подгорело, это, знаешь, переготовлено. Здесь оно просто приготовлено, видимо, из-за потока курица не успевает превратиться в ту самую такую хрустященькую, знаешь, и разруливает соус. Соус годный, вот этот бело-зеленый соус,
вкусный. Мне понравился. Овощи свежие, мясо годное, булочка тоже ничего. Но в целом ощущение вот от такого формата подачи, он все-таки проигрывает классической подаче в шаурме или в тандырной лепешке. Это очень похоже на тандырную лепешку идеологически. Но учитывая, что здесь все это прорезается почти до конца, черт, оно есть менее удобно, чем в той же Сахаре в тандырной лепешке. Но все остальное не хуже, чем вот в моей любимой Сахаре. В принципе, годно, но фиг знает. Я бы, наверное, все-таки лучше бы вот такой вот вариант выбрал. Это практичнее, как минимум. 215 рублей. Шаурма в лаваше. Она не очень большая. Она сразу удобно порезана. Сверху еще добавлен этот зеленый соус. И внутри, вот на этом особенно кусочке, видно, что нам добавили сыр. Причем этот сыр нам добавили платно или бесплатно, я не могу понять из чека. Да, сыр нам добавили за 40 рублей. Итого эта шаурма стала 255 рублей стоить. Вау. А здесь попадаются хорошо жареные кусочки курицы. Почему-то в этой шавухе, вот, я не могу объяснить, не хватает кисло-солености, что ли. Ну, то есть она чуть-чуть пресновата. То есть там, где вот этот соус сверху наложен, окей. Но внутри, когда ты ешь, она чуть пресновата. Возможно, это связано с тем, что вот большинство шаурмичных, которые в нашем городе находятся, они добавляют, я забыл, как эта кислота называется, короче, они в соусы добавляют дополнительные кислоты, давай так зафиксируем. Здесь не хватает именно кислоты и солености. Вот в этой штуке, как бы, в бургере, в шаурме, у меня такого ощущения не было, хотя, по сути дела, одно и то же. А здесь такое ощущение есть, и не пойму, с чем связано. Не, ингредиенты клево используют, еще вопросов нет. Соленый огурчик, не соленый. Походу, в этом проблема. Проблема отсутствия соли в том, что там есть огурчик, на него рассчитывали, а он оказался не способен досолить блюдо внутри. Наверное, так. Но это моя фантазия. Я не в восторге, честно говоря. Фиг знает, ладно. Давай дальше. Шаурма в боксе. 225 рублей. То есть это шаурма в боке, по факту. Довольно увесистая штука. Я возьму на себя смелость все это вывалить, чтобы посмотреть на слои. Итак, у нас картошка. Дальше у нас это, видимо, сыр. Или что это? Вот это вот что? Это сыр. Дальше у нас курица. Причем сыр такой, что-то вонючий какой-то. Сейчас я попробую его. Что за сыр? Что за модель сыра? И вот, ребята. И вот это вот тарелище. Тарелище еды с очень небольшим количеством мяса, на самом деле. Ну, то есть вот относительно всего остального, я попробую сейчас сгрести, относительно всего остального мяса очень немного, но тем не менее, как бы в целом блюдо просто большое. Здесь используют вот эту вот пекинскую капусту, она, блин, будь она проклята, я бы так сказал. Здесь вот они, эти самые огурчики, которые соли не дают. Гранат. Ну, гранат в блюде вообще, я не знаю, чисто для украшения. Ни к чему. Курочка, помидоры. Помидоры, смотри, офигенные. Помидоры, прям видно, что это клевые, красные, вкусные помидоры. Ну что, давай, у нас есть шанс. На самом деле, за 225 рублей это дохрена крутой ланч. Вот. И у нас есть возможность попробовать шаурму, как бы, без гармонии, а постепенно. Картошка. Зашибись. Хрустящая, вкусная картошка фри. Помидоры. Зашибись. Классные помидоры. Салат. Пекинская капуста. Свежая пекинская капуста, но будь она проклята, ненавижу ее. Уйди из моей жизни. Ну, мне не нравится, не знаю, она, в принципе, блин, какая-то хорошая пекинская. Слушай, подожди. Может, я настолько привык к пекинской капусте из Пятерочки?
Нормально, хрустяще. Чего я на нее ору так? Феноменально отстойные огурцы. Они вообще не имеют вкуса. Я первый раз такой огурец ел. В нем просто нет вкуса. Он не маринованный, не соленый, он как будто бы обезвкусен специально. Вот есть усилитель вкуса, а есть, видимо, какой-то чудесный такой порошок, который обнулятель вкуса. Вот здесь что-то типа такого. Слушай, подожди, пошла горечь от пекиночки. Вот это тоже, опять-таки, да, вот пекинская капуста, она... Блин, она нестабильная. Она горчит, черт подери. Ну ладно, давай попробуем курицу. Курица зашибись. Мясо замариновано, пожарено, клево. Прям 5 из 5, мне очень нравится. Остальное, что-то под вопросом, что-то хорошо. Ставим оценку. Цена. На самом деле, довольно высокие цены. То есть шаурма выше 200 рублей, она как бы обязывает уже. Я понимаю, что это, ну, это очень дорогое место. Тут аренда, наверное, стоит, ну, 400-500 тысяч рублей в месяц, скорее всего, недалеко от вокзала, даже, может быть, больше. Вот, я поэтому понимаю, откуда такие цены получаются. Другой вопрос, что... Но я как потребитель покупаю что-то за цену выше стандартной, да, я пытаюсь... Помимо того, что оправдать в голове эту цену за счет аренды и прочего-прочего, дорогих вещей, которые вот в бизнесе, да, есть, я пытаюсь это оправдать еще, я пытаюсь найти для себя еще и что-то отличающее это место от стандартных, потому что тут вокруг вот этих вот шаурмы просто огромное количество, серьезно, по 130 рублей, пожалуйста, бери, не хочу, вот. Есть ли здесь какая-то прям такая фишка, помимо шаурмы в хлебе, ну, пожалуй, нет. И плохого ничего нет. Вот, понимаешь, то есть это нормальное место здесь. Действительно неплохие соусы, тут хорошо пожаренная курица. На углях причем, это огонь. Итак, за цену, короче, мое мнение, я ставлю 3 балла. Комфорт. Я поставлю тоже, наверное, 3, потому что много людей. Я очень рад за шаурмян, что людям это нравится, они это покупают. Но, тем не менее, как бы обилие людей, отсутствие отдельных каких-то столиков, барная стойка, 3 балла, зашибись, удовлетворительно. Для шаурмы больше и не надо, ребят, серьезно, отлично все. Отлично, но оценка удовлетворительная, вот такой бывает. Персонал 5, красавчики вообще, и повара, и администраторы, все молодцы. Скорость тоже довольно быстрая, опять-таки не Макдональдс, ставим 4 балла. И кажется, все, я сказал, в общем, вот такая вот оценка у нас получается. Шаурмянам в целом лайк, то есть если будете на белорусском вокзале, зайти не зазорно, попробуйте в хлебе, это в принципе любопытно, вот. Вот и все, я надеюсь, что они огурчики поменяют, может быть пекинскую капусту вот эту горчащую на обычную, например, поменять, тоже неплохой вариант. И, да не буду они ничего менять, у них так все нормально, народу вал, и значит, кто я такой, чтобы вообще что-то говорить, людям нравится, что я тут лезу со своими. Все, всем пока, ставьте лайки. Singing the song, I see I was wrong.